Приветствую. Сегодня у нас аж целых таких вот огромнейших посылочки с Китая. Давайте посмотрим, что же нам пришло в этот раз. Сегодня нам пришло... Вау! Такой вот нож. Нож размером кредитку. Ага, вот сначала вот это я. Так, пробуем. Да. Вроде острый. О, хорошо режет. Ножик довольно хорошо режет. Ну, сказал бы, хлипковатый немного, но хорошо, хорошо. Рекомендую, рекомендую. Ссылочку оставлю в описании. Вот так вот складывается. Такая вот безделушка. Так, давайте откроем вторую посылку. Смотрим, что там. Вау! Так вот, в таком вот чехле. Это у нас такой вот stainless steel. Со стали такой вот мультитул. Здесь вот какой-то ножи есть. Вот ключи, вот гаечные можно крутить. Открывачка вот. Ну, такой многофункциональный инструмент. Такой мультитул. Как видим, он немного поменьше. Поменьше. Вот для сравнения с кредиткой. С кредиткой. Так, этот нож вот ровно такой же, как кредитка. А вот мультитул немножечко поменьше. Все ссылочки, друзья, оставлю в описании. Но также понравилось, что в таком вот чехле. То есть можно поставить себе где-то в карман или в кошелек. И этот инструмент не повредит ваш карман или кошелек. Удобно очень. Хорошо. Все ссылочки оставлю в описании. Также не забываем про возможность покупать с Алиэкспресса со скидочкой. Как это делать, оставлю видео также в описании. Кому понравилось это видео, распаковка, ставим палец вверх, подписываемся на канал и до следующего видео. Пока!